На входе в станцию висит трафарет с надписью «Арбатская конфедерация. Добро пожаловать». Буквы были наполовину стерты, и сразу было видно, что ее давно не перекрашивали. Охранники по большей части молчали, лишь изредка переговариваясь шепотом. А между тем, неприятное чувство, о котором не раз говорили караванщики, начало охватывать Артема. Как только он сделал первый шаг, темный, необъяснимый страх выполз из глубин, чтобы поприветствовать его. На линии было тихо, и лишь где-то вдалеке слышались человеческие голоса. Скорее всего, это то место, где находился патруль. Это был один из самых странных постов, которые Артём видел. И я вновь вас категорически приветствую, мои дорогие товарищи-комрады. Всегда приятно возвращаться в столь теплую и ламповую атмосферу метро 2033. Сегодня у нас на очереди прохождение за Арбатскую. И жизнь здесь не сахар, ведь во время коалиционной войны община лишилась дееспособных людей. Инженеры, врачи, электрики стали солдатами, разведчиками и медсестрами. Самая трудная часть войны наступает, когда она заканчивается. Тогда приходится собирать осколки прежнего мира. Находить выживших и восстанавливать мир буквально по крупицам, пытаясь вернуть людям часть того, что они потеряли. Придется серьезно попотеть, чтобы собрать это дерьмо вместе. Мы сидим на нетронутой земле, и многие достопримечательности наверху еще не созрели для сбора. Сталкерам приходится забираться все дальше, чтобы продать жалкий кусок лома, захватываемый с поверхности. Но есть и другие обездоленные станции, которые могли бы только мечтать о такой перспективе, которая есть у нас. Вопрос только в том, что мы можем принести к столу. Бауманская претендует на долю рынка электроники. Кузнецкий мост – это то место, где вы можете найти оружие, которое не сдохнет спустя 15 минут использования. Помимо базового курса экономики, продажа предметов, найденных наверху, может легко помочь решить некоторые преобладающие проблемы с экономикой Арбата. Использование денег, в свою очередь, для финансирования восстановительных работ положительно скажется на станции. Вопреки заверениям скептиков, Арбат не пойдет ко дну. Он будет процветать, и, возможно, когда-нибудь мы сможем противостоять даже незримым наблюдателям. К сожалению, по большей части, мы на данный момент зависим от Ганзы. Если та перекроет нам доступ к кольцевой, все пропало. Помимо этого, спартанцы совместно с Полисом сдерживают угрозу мутантов. Арбату предстоит задуматься и о собственной регулярной армии. Но для этого потребуется реконструкция всего гражданского сектора экономики. Создание специализированных сталкерских подразделений позволит увеличить частоту выходов на поверхность. Эти элитные подразделения в будущем составят костяк нашей армии. Если, конечно, Арбат выживет после нашествия мутантов. Продажа диковинок с поверхности удовлетворяет даже самые экзотические потребности жителей метрополитена. Все от мала до велика должны получить навыки базовой гигиены. Если через наши товары радиация начнет расползаться по всему метрополитену, Ганза навсегда закроет гермоворота, а наше маленькое государство окажется разделенным надвое. Мало-помалу реформы образования, проводимые правительством станции, дают свои плоды. Дефицит квалифицированных кадров все еще слишком велик. Туннели по-прежнему таят в себе море опасностей. И это сильно дестабилизирует общество. Находиться под боком у культа червя и при этом пытаться ужиться с ними – не самая простая задача, и абсолютно каждому становится кристально ясно, что в скором времени полетят головы. Рано или поздно маломальски уважающий себя воин готов повесить оружие на стену и взять в руки плуг. То же самое происходит и с большинством населения Арбата. Обескровленные после тяжелейшей войны Ганзы и Красной линии, в которой Арбат выступал на стороне ганзейских купцов, мы заплатили слишком большую кровавую дань победы. Хотя можно ли назвать победой такую масштабную разруху? Хоть бы товар стоящий подбрасывали, раз тут не растет. Так ведь засада, то без шишек, то кашель. Пожалуй, стоит отправиться на поиски лучшего барахла. А мутантов нынче да, что собак нерезанных. Однако не каждый день наши сталкеры возвращаются с хорошими новостями. Чаще всего они просто возвращаются для того, чтобы погреться у очага или затариться спиртным на рынке. Радионуклиды сами себя не прогонят. Однако сейчас был другой день, когда они вернулись домой со смачными ништяками за пазухой.
Самое время вводить на станциях паспортный контроль, чтобы добро не выходило за пределы родных станций. Теперь, когда наши люди тянут с поверхности все, что только не прибито гвоздями, у наших людей появляется доступ, пожалуй, к самому ценному ресурсу в метро, помимо еды и воды. Книги помогут еще сильнее укрепить нашу научную базу. Но на яйцеголовых надейся, под подушкой держи хорошо промасленного ублюдка. Плеваться патронами сия волына любит, но и маслины к нему он не найдет, только ленивый. Наше правительство планирует перевести немногочисленную регулярную армию на сие произведение инженерной гениальной мысли не позднее, чем через год. А пока пришло время несколько расширить наши исследовательские группы. Ох, чую, последний день Помпеи может настичь нас довольно скоро. Хорошо, что нам удалось отбиться, однако Смоленская слишком маленькая станция. Было бы неплохо как расширить саму станцию, так и увеличить ее гарнизон. Благо, сентябрь горит, а мы смогли сохранить более 44% стабильности. Это значит, что в скором времени нам предстоит принять основополагающий выбор. Мы могли наладить отношения с полисом, могли попытаться добиться членства в Ганзе, но все это значило бы добровольно одеть себе на шею ошейник. Будучи маленькой, обескровленной, всеми забытой, но все же гордой страной, Арбатская планирует остаться такой до самого конца. Наш дом не только метро, но и поверхность, расположенная над нами. Так всегда было и так всегда будет, а эти негостеприимные края позволят нам остаться самодостаточными. Наконец, очередная череда реформ завершилась, и теперь наше государство практически самое продвинутое во всем метро. Пожалуй, скоро мы сможем составлять достойную конкуренцию полису, правда, на тех условиях, что наше государство отныне считается свободной сталкерской общиной. Но это отнюдь не означает, что мы стали каким-то военным сбродом. Нет, наша армия стала чуть более профессиональна, и скоро в расположение армии прибудут генералы. А вот и новый батя всея Арбат. Ходят предания о том, что Арманка раньше барыжил медузами на рынке, а сейчас ему предстоит руководство этой общиной. Но тот не теряется и первым делом решает несколько перераспределить тяжесть груза управления на других, создавая специальный сталкерский совет. Ведь где-то в горнилах поверхности вовсю куются стальные войны. Будущее наследие Арбата. Молва о нашем поселении распространяется по всему метро, и вот уже какие-то бродяги хотят прибиться к нашему поселению. Пришли тут, значит, на все готовенькое. Но да ладно, лишняя пара рук нам все равно не помешает. Особенно, когда рабочая левая. К тому же теперь нам нужно несколько ослабить влияние олигархата в лице торговцев. Опаньки, вот это юнит у нас нарисовался. Сталкерский спецназ имеет ширину фронта 20 в базовом значении. Это значит, что обучив их в достаточном количестве, мы можем практически сразу бросить их в бой. Было бы неплохо доукомплектовать этих бедолаг ротами обеспечения и тем самым еще сильнее повысить их летальность на поле брани. Кстати, командование нам предоставили довольно неплохое. Пока что это два генерала и в будущем один предполагаемый фельдмаршал. Итак, если одно исчезновение можно списать на проделки дьявола, то столь массовые пропажи – это уже действительно то, с чем нам предстоит разбираться в ближайшее время. Все больше граждан пропадает без вести, и складывается такое ощущение, что метро поглощает их целиком. А тут еще и всякие анархисты и бандиты пытаются разорвать Арбатскую на клочки. Торговцы забились по углам или уже пакуют чемоданы, надеясь скорости отбыть на ганзейскую ветку. Однако наших регулярных подразделений будет вполне достаточно для того, чтобы разобраться с этой угрозой. Часики тикали, но понемногу нам удалось восстановить проспект Мира и добиться возрождения экономики. Мы уже практически готовы во всеуслышание заявить о своих амбициях. Ведь наши люди не намерены терпеть соседство с этим мерзким культом червя. Мы должны максимально мобилизовать всех наших сборщиков. Еще один выход на поверхность перед началом полномасштабного конфликта. Ведь кто знает, возможно, через несколько месяцев наши люди начнут вновь спать спокойно. И наконец-то у нас открывается обширная ветка фокусов, посвященных экспансии.
Правда, нельзя сказать, что в доктринальном плане мы готовы к великим свершениям. У самого культа червя, однако же, войско хоть и многочисленное, но оно технологически уступает нам в несколько раз. Но вот будет ли это превосходство технологий над плотью преобладать в этом противостоянии? Наконец, все было готово, бойцы несли боевое дежурство у линии фронта, когда 30 июня 31 года Арменко отдал приказ о наступлении. Весь рынок поднялся на освободительную войну против узурпаторов в лице народа червя. Арменко не знал, что значит это слово, но так говорили многие великие полководцы до него. В одной умной книге он прочитал о тактике «бей-беги». Его сталкеры, однако, едва ли были похожи на рейдеров, однако мышеловка захлопывалась раз за разом, приближая нашу победу. Полномасштабная перестановка войск раз за разом сокращала численность подразделений неприятеля. Верховный главнокомандующий всей этой чехарды был больше похож на ребенка, играющего в солдатики. Рейдерские группы культа червя, однако же, не отличались умом и сообразительностью и раз за разом попадали в одну и ту же ловушку. Численность враждебной армии сокращалась, с каждым разом приближая нашу победу, а на севере наши подразделения уже начали предпринимать попытки к прорыву. Потери были ужасающе велики, но все прекрасно понимали, что поражение на этом участке ведения боевых действий приведет к краху. Однако на нашем наступлении наметился явный прорыв. Удивительно, но пока враг сохранял целостность фронта, лишь одинокая дивизия сгинула в этой мясорубке. Когда сердце, прилегающее к линии фронта станции, было взято нашими подразделениями, стало очевидно, победа будет за нами, и уже никто и ничто не сможет нас остановить. Культ червя уже не сможет восстановиться. Его бойцы бросают оружие и бегут, поджав хвост. Они могут веками молиться своему мертвому богу червей, но скоро сами станут кормом для его детей. Через несколько дней наши солдаты видели парк победы своими глазами. Хотелось бы верить, что реки пролитой крови были пролиты отнюдь не зря. Мы обезопасили себя от столь сильного врага, но в лице мирового сообщества метрополитена мы стали слишком сильной державой. Но что нас ждет дальше? Продолжительная война с Полисом и Ганзой? Или наступление на желтую ветку Европейской конфедерации? Пожалуй, перспективы новой общины сталкеров были слишком размыты. Победоносно завершив последнюю войну, мы открыли новый ящик Пандоры. Те немногие из культа червя, кто смогли бежать, успешно скрылись от наших следопытов. Однако те, кто уцелел, по-прежнему находились в парке Победы. Со стен свисали чучело гризли, тотемные столбы и клетки, тела и трупы валялись на платформе после боев. Многие из членов культа червя были схвачены, они были тощие и уродливые, изнеможденные белые фигуры уже не люди. Вопрос в том, что мы с ними сделаем. Тут может быть только одно дело и одна цель. Тоннели метро должны быть очищены от этих элементов. Последний рейд, чтобы избавить метро от этой заразы. Такое чувство, что община сталкеров стала новым полисом. И да, нас куда больше, чем спартанцев. Пожалуй, мы могли бы стать гарантом безопасности не только этой ветки, но и всего метрополитена. Арбатская уже готовит планы нападения на полис, однако в это время Рейх и Красные рвут друг друга на части. Как бы то ни было, близится развязка этой замечательной истории. А если ты хочешь посмотреть прохождение немного раньше остальных, то милости прошу в наш ламповый телеграм-канал. Ну или на Бусти, если хочешь заодно поддержать мой канал чеканной монетой. Спасибо всем, кто досматривает это видео до конца, ставит лайки, комментирует и до одури бьет в колокольчик для того, чтобы не пропустить следующий видос. Ваша активность максимально сильно мотивирует меня продолжать двигаться дальше и чаще выпускать новые видео. Как всегда, всех обнял, до новых встреч, пока, ребята!